Всем привет, друзья, с вами Рилса Брикс, мы продолжаем проходить Чужой изоляция. Как вы помните, по прошлой серии мы нашли с вами аптечку, и теперь мы возвращаемся к своим, к Тейлору и, как там, Самуэльсону. Еще у нас был с вами большой взрыв, с помощью которого мы с вами, у нас получилось избежать Алиена. Так, и теперь нам нужно обойти вот этих чуваков. Как там, мы можем их здесь обойти, через вот эту шахту? Так... Вроде как бы здесь. Как бы не хотелось на них патроны тратить. У нас их так с вами мало. Махоуни, слава богу. На нас напали. Головорезы. Я все видел с камеры слежения. Ко мне подняться сможете? Нет, мы в западне. Лифт не работает. Учините его. Рядом с вами склад деталей. Там есть все необходимое. Мы не знаем, где там искать. Там Андроид на встречу. Включите его. Он охренел? Тут Питерсон интересуется, ты там не охренел? Андроиды нападают на людей. Они вполне безобидны, если не нарушать правила. Поговорите с андроидом на выдаче, он подскажет, как починить лифт. Ладно, отбой. Вот сволочь. Вполне безобидные. Интересная теория, но я не собираюсь ее проверять. Ага, то есть нам с вами... Нам же починить лифт нужно? Сжатие лифта, да. И нам, видимо, как-то понадобится помощь андроида. Ну, блин. По идее, если бы он как сказал, если бы не нарушать правила... О, вот сюда, наверное, да? Если бы не нарушать правила, то... Андроид нам поможет, что ли? Ни хрена себе. Так, ну, видимо, куда-то сюда. Как-то здесь их обходить. Больше я пока... Не знаю, вроде, если продвигаемся дальше, то по идее, да? Как-то их нужно обойти сейчас... Мимо них прошмыгнуть. Что будем делать? Погоди, дай подумать. А что это был за грохот? Как считаете? Взорвалось что-то. Ха, это я и сам понял, умник. Что рвануло-то? Да, небось, ловушка Уэйтса. Я слышал, он рассовал повсюду бомбы с дистанционным управлением и пытается так прикончить монстра. Идиот. Может, и правда он. А еще, говорят, он устроил убежище возле торговой галереи. Может, туда пойти? Ну нет уж, спасибо. Я ж говорю, этот придурок взрывает все подряд. Нам уже не приходится выбирать. Заткнись и дай подумать. Ага, значит, он все-таки Алиена хотел убить. Так, а я туда иду? У нас с вами отметки нету. Подожди, это я куда-то не туда пришел. Ты, видимо, куда-то... Видел тварь, так что от нее можно уйти живым. Это сюда, а может быть? Так, подожди, давай карту посмотрим. Мы, видимо, пришли куда-то отсюда. Так, давайте вот сюда, вот там где-то проход есть. Так, это у нас уже все есть. Так, вот, да. Что-то... А, тупик, видимо, так. Шприц. Может, тварь услышала выстрелы? Да ладно тебе. Вообще, да. Тварь-то, если что, за вами... за вами, говорю, за мной идет. Поэтому, если тварь за мной, то вам хана. Так. Ага, вот сюда. Сейчас мы вылезем, как-нибудь их обойдем. Так, давай. Вылазь. Так. Ой. Вижу лестницу. Давайте аккуратненько лучше. Держи ухо востро и не зевай. Да, чувак, ты там. Все такое. А мы тут спокойненько себе залезем на лестницу. Так. Отметки по-прежнему нет. Давайте. Нам куда-то какой-то склад, какой-то андроид нужен. Тихо. Давайте шуметь не будем, потому что они все-таки нас могут как-то, наверное, услышать. Так, ну здесь ничего нет, тут тупик, как я и думал. Ну, мало ли, может быть, проверить на всякий случай. Так, как он и сказал, андроид, если не нарушать правила, то они ничего нам не сделают. Но, как мы помним по прошлым сериям, если... Кто-то не угождал андроидам, они просто его нахрен убивали сразу. Так, вот терминалушка, давайте посмотрим. Есть ли тут чего интересного? Вот теперь я и правда ненавижу Сикс. Так, ошибка. Так. Докладывает Смит, глава разработки андроидов. Только что я получил схему модели 120А8. Не знаю, сколько платит нашему шпиону, но платить надо еще больше. Может, для Вейланд Ютани это и старые технологии, но мы что-то подобное еще не скоро сами придумаем. Нам нужны инвестиции, хотя руководство и акционеры об этом и слышать не хотят. Мы отстали от Вейланд Ютани на световые годы. Так, давайте послушаем. Проглядел твой отчет об андроидах Вейланд Ютани и предложение по улучшению андроидов Сиксон.
Что я могу сказать? Я ценю вложенные усилия, но мы с тобой живем в разных мирах. В твоем мире сплошные противопоставления и оценки, в моем — номера люкс и роскошные костюмы. Короче, дружок, я делаю так, как выгодно мне. А тебя я нанял не за твой профессионализм, а за то, что ты недорого стоишь. Просто найди способ сократить расходы. Окей, отчет ошибка. Ясно. То есть какой отчет? Там же не отчет. А этот кто он? Утилита. Отчет, говорю. Так, вот вижу карту. Давайте обновим карту. Так, и мне, видимо, направо. Тихо. Не спалиться, главное. Так, это наш альен. Ага, вот он. Шуметь не будем. Шуметь нельзя, нужно все время передвигаться тихо. Так, о, сохранялочка. О, дымовая шашка. Дымовая шашка. Это устройство детонирует при ударе, выпуская облако дыма и ограничивая видимость. Дым в улучшенной версии дольше не рассеивается. Устройство можно также модифицировать и использовать как мини-ловушку, срабатывающую при приближении врага. Вот так вот. Так, давайте почитаем сперва, а потом сохранимся. Тут вроде опасности нету. Так, речь для рабочих. Рассел, к нам сегодня придут потенциальные клиенты. Что скажешь? Если они не клюнут, спединг меня повесит. Добро пожаловать, господа. Мы рады приветствовать вас в самом сердце Севастополь Synthetic Solution. Далее в программе технобашни и само ядро Аполло. Но прежде предлагаем вам полюбоваться тем, как осуществляется автоматический ремонт андроидов. Если повреждение невозможно устранить локальной ремонтной мастерской, Android обращается сюда. Перед вами первый пример полностью автоматического техобслуживания андроида без участия человека. Все данные направляются напрямую от Apollo, и все действия фиксируются в журнале. Мы уже в будущем, господа. Но это, чуваки, как выяснилось, плохая идея. Они начали сами себя чинить. Так, опись. Рассел, начальство хочет полную опись того, что хранится на складе запчастей. Там есть и полезные штуки, и хлам. Да, оценка стоимости им тоже нужна, Смит. Так, понятно. Как выяснилось, автопочинка, они как-то себя неправильно как-то починили. Или случайным образом программировали, перепрограммировались и начали неправильно работать. И убивать людей. Да, если не нарушать, они никого не трогают, но убивать-то они точно не должны. Так, видимо, куда-то сюда. Отметки по-прежнему нет. Так, куда-то. Опа. Ох, нихера себе. Алиен, перебей их нахрен. Давай, давай, на. Нихера себе. Все-таки он тоже их убивает, ну наконец-то. А то все, мы от Алиена страдаем, да мы. О, нихера себе, освещение. Прикольненько. Наконец-то теперь будем знать, что и Алиен их убивает. Так, давайте вот так. Так, давайте почитаем, что у нас за в этом терминале. Так, повреждена. Завтра вместе номер 2. Вместе к светлому будущему. Сиксон и освоение космоса. Официальная хроника, автор Себастьян Си. Впервые опубликован в новостях Сиксона. Наш невероятный рост. Компания Сик и Сын стала главной опорой человечества в ходе колониальной экспансии. Она поставляла бесценные компоненты для кораблей, на которых люди отправлялись исследовать дальние уголки космоса. Эта роль позволила компании существенно вырасти в размерах, и к 2066 году она располагала обширными заводскими комплексами в Лондоне, Буэнос-Айресе, Нагасаке и лунном форпосте Шикард в Аргентин. К 2071 году это был год, когда компания выкупила акционерную долю у семьи Сигов. Рост продолжался в геометрической прогрессии. По завистливым взглядам конкурентов, Сиг и Сын заняла лидирующее место в области производства автомобилей, химикатов, образовательного оборудования и стройматериалов. Под конец прошлого столетия было принято решение, которое определило нашу судьбу. Сиг и Сын стал называться Сиксон. Мы взяли имя, под которым наши клиенты знали нас уже много лет. И повернулись лицом к светлому будущему, которое ждало нас среди звезд. Окей, так, давайте послушаем. Смит, это Спединг. К нам сегодня придут большие шишки, ты все отрепетировал? Мы просто обязаны произвести впечатление. Говорят, они последние, кто заинтересован в приобретении андроидов со станции.
Если вместо этого они решат купить модели Вейланд-Ютани, Сиксон не даст нам обещанную работу на Земле. Так что смотри у меня. Окей, так. Чили-то ошибка. Так, ясно. Теперь надо быть аккуратно. Алиен объявился. Недалек тот час, когда он... Так, открыть дверь на склад. Это, видимо, она, что ли? Необходим пропуск. Недалек тот час, когда Алиен пойдет за нами. Так, это... Открыть дверь на склад запчастей. Ой. Тихо. Кто такой? А, это андроид. Так, восстановить подачу энергии. Найди способ включить андроида. Так, подожди, давай спрячемся. Что-то мне не нравится, что тут алиен везде шумит. Так, а подожди, а мы куда залезли-то? А, ну вот. Так, нам куда-то вот сюда надо. А, ну это вот, открыть дверь. Это открыть дверь на склад. А, подожди, там лестница какая-то еще была, точно. Подожди, может быть нам туда? Ну, давайте сперва сюда сходим тогда. А тут что есть? Нет. Вот у нас, кстати, отметка появилась. Подожди, подожди, где тут выход? Вот он. Так, алиен, ты где? Ты нас не тронешь? В этот раз хотя бы. То прошлой серии у нас очень геморройно с ним была стычка. Очень много переигрывал. Лишнее я повырезал, конечно же. Так, это что такое? ОРД улучшено, уровень доступа 2. А, вон оно что. Найти способ включить андроида. Так, давайте сохранимся. Видимо, мы теперь сможем использовать более в продвинутых системах наши ОРД. Так, подожди, а зачем нам андроида включать? Чтобы он нам склад, что ли, открыл? Ну, больше я не знаю, не вижу идей. А где наш алиен-то? Да, давайте посмотрим. Так, вот отметка. Вот, да, лестница. Тихо. Давайте залезем. Ага. О, вот терминалушка какой-то, точнее консолька. Вон терминалушка. Мы туда еще вернемся. Так, использовать ОРД. Так, ну это я помню. Так, так, вот такая. Так, вот такая, вот такая и вот такая. Ага. Доступ разрешен, права администратора. Включить складского андроида. Тихо. Хера себе, давайте сохранимся. Сейчас пойдем с вами посмотрим, что там за терминал. Что там пишут. Так, а где наш алиен? Пока на карте. Тихо. Это что такое? Это газ какой-то, что ли? Нихера себе. Давайте хильнемся. Ясно, значит, нам не туда. Может быть, какую-нибудь очистительную систему нам нужно включить? Так, ладно, понято. Так, вот отметка появилась. Кто-то сюда. А, ну все правильно, нам его включить сейчас надо. И по идее у нас не должен трогать, потому что мы правила так как бы не нарушаем. Так, нам кадыбкой. Только без глупостей. Че, все нормально, мы свои. Мы просто хотим, чтобы ты нам помог. Никаких нарушений. Здорово. Чем могу помочь? Мне нужен цилиндр сжатия. Склад запчастей. Ряд первый, стеллаж Б. Пройдите за мной. Давайте постараемся не шуметь. Да, потому что алиен где-то рядом бродит. Так, ну все, вот у нас ведет на склад, видимо. Действительно, если не нарушать правила, то он нам помогает. Хотя у нас там не было другого выбора. Мы должны были там нарушить правила. То, что нам нужно было связаться, а нас не пускали. Хорошо, что у нас нет, у них точнее нет вот такого внутреннего Wi-Fi, с помощью которого они передают данные о нарушителях. Опа. Мы пришли. Цилиндр сжатия находится в самом конце этого ряда. Ага. Ну, веди. Чё-то мне не нравится вот эта электрическая херня.
Ну-ка, давай чекни. А, ну, действительно. Ой, что такое? Вниз. О. О, это, видимо, так складские помещения выполнены. Так, а куда нам? А вот там вроде бы можно пройти. Давайте попробуем там пройти. Так, это, видимо, опустить нужно. Ага. Так. И вот здесь, да, точно. Мы как-то тут сможем аккуратно. Ага. Так, и он сказал в самом конце ряда. Так, это он куда-то сюда шел, да? Так, а где она? Опа, вон, что-то вижу. Ну, давай вниз. Ага, давай, вот он. Так, теперь возвращаемся к лифту. Нас ждет обратный путь. Опа. Тихо, 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 тихо. А, это он в шахтах. Я надеюсь, он сюда не спустится. Ты ведь не спустишься сюда, Алиен? Так, мы с вами пришли через, да, вот эту дверь. Так, ну, мы знаем, что... Тихо. Теперь будем знать, что андроидов хорошо берет электричество. Так, стоп, давайте я залезу, сохранюсь, потому что время это прошло прилично. Потом вдруг что, мало ли что. Мне кажется, будет какая-нибудь стычка с Алиеном. Неохота как бы переигрывать это все дело. Так. Ага, заменить деталь лифта. Так. Оп, тихо-тихо-тихо. Ага, все, уходит. Угу. Так, а вот он-то тут людей перебил. Там их было трое, по-моему, да? Да, давайте попробуем, может быть, с них что-нибудь. Скоммуниздим. Еще одного вижу. Так. А, вот, он всех завалил. Все, ясненько. Так, батарейки у нас все. Вон, вижу лифт. Так. Так, давай жетон. Так, ну вроде что-то все тихо. Так, давайте сохранимся сразу. Воспользуемся ремонтом. Точнее, подремонтируем лифт. И уедем. Так. Эх, вы не доперли. Одну финтифлюшку просто вставить надо было, и все. Так, цель достигнута. Окей, едем. Так, ну мы сейчас опять в отрыве от Алиена ненадолго будем. Но, скорее всего, нас быстро достигнет. Что-то с нами нехорошее, наверное, будет делать. Так. Еще сохранение. Ну, давайте еще тут, чтобы на лифте 100 раз не ездить, мало ли что. Ага. Так, теперь. Опа. Ну, что за херня? Вот, знаете, напомнило, как корпорация монстров. Там тоже такие двери были. Или это не двери? Ну, выглядит точно так же. А там что за чуваки такие? Вроде люди. Воу! Вы охерели, что ли? Так, хедшот. Мимо. Хедшот. Так, я надеюсь, Алиен этого не слышал. Так, заряжай, заряжай. Блин, держать надо. А что за дверь? Так, давайте слазим. У них, может быть, что-нибудь есть. Так, тихо-тихо. Это он где лезет? Я надеюсь, он не придет прямо сюда. А, это вообще человек. А, это она живая? Вот сука. Да на тебе.
Да чё так они умирают? О. Две поймы на вас потратил, говнюки. Молись, чтоб у тебя был хоть один патрон. Прикиньте, я догадалась обойти где-то там можно, оказывается, было. Так, один. Нихера себе, один. Да, давайте хильнемся. И сразу новую аптечку нужно создать. Так, аптечка, аптечка, аптечка. Так, предмет создан. И давайте еще сразу одну создадим. Материалы есть. Так, я пока особо не пользовался другими, пока основной аптечкой. Файеров у нас уже куча, которые не берутся уже. Так, хлам. Так, это что тут? Хлам опять. Так, подожди, а нам куда идти-то? Показывает? Отметка не показывает. Так, facility administration. Так, подожди, давай на таб посмотрим. Вот что-то восклицательный знак. Склад андроидов. Так, вот вижу сохранение. Давайте вот терминал, давайте почитаем и потом сохранимся. Так, нужен инженер. Можно попросить, чтобы кто-нибудь из Sixon Synthetic посмотрел моего андроида. Я только что отработал суточную смену в реанимации, хотя я дантист. Уэйс распорядился эвакуировать весь госпиталь, и никто не хочет ничего объяснять. С такими долгими сменами мне понадобится помощник. У нас тут есть андроид с идеально подходящей программой, но он пылится без дела, потому что, видите ли, где-то на другом конце станции забарахлил андроид такой же модели. Черт знает, что такое. Пришлите сюда кого-нибудь. Не то я подам официальную жалобу. Фернандес. Ошибка, ошибка, ошибка. Так, ясно. Так, сохраняй. Что-то вот на вот этой серии получается, что сохранений очень много. Прошлые-то сохранения были очень редкие. По 10-15 минут приходилось между ними ходить. Так, это что за лестница? Так, это... Это вот сквозная, да? Подожди, это мы куда вообще идем? Это сквозная, сквозной проходик, а что за лестница? Подожди, что-то знакомое. Вот эти трубы где-то... Где-то видел, по-моему, нет? То есть... А! Вон оно. Давайте сходим в другую сторону тогда. Там же еще одна была дверь. Так, это мы с вами направо ходили. Администрейшн. Так, вот ресепшн. Давайте сюда. Ага, вот. Что-то куда-то, видимо, сюда. Так, вон, вижу лифт. Давайте посмотрим, что что есть. Недостаточно энергии. Посмотреть. Ничего не может взять. А как тебя пополнить? Никак. Ну, давайте в лифт тогда. Так. Цель — научно-медицинская башня. Так, ну на этот раз в этой серии то Алиен что-то как-то очень пассивно себя ведет. Видимо, он дал нам время отдохнуть. Чтобы потом жахнуть с новой силой. Так, на станцию научно-медицинской башни. Так, завтра не вместе будущее. Ну это мы с вами что-то такое уже читали. Так, устройство не работает. Ага. Что такое? Шоколадка, что ли, какая-то? Так, а это что? Использует рычаг. Так, ПКМ и С. Ага. Так. Воу. Ага, вижу лифт. Давайте, может быть... Хотя, я думаю, сейф-лифт уже открыт. Так. Использовать УРД. Так, давай. Оп. Так, это вот такая. По-моему, да, вот такая. Вот такая. И вот такая.
Угу. Так, открывай. Так, это что тут такое? А, это, видимо, сюда нам идти, да? Ага, вот. А что за лифт? Или он, типа, работать не будет? А, это мы с вами... Знаете, вход для персонала госпиталя. Это мы, знаете, с вами ездили... По-моему... Когда к медику-то шли, он нам вот этот лифт открыл. Ну, медика уже сцапали. Я не думаю, что нам второй раз туда надо идти. Так, нам кто-то сюда показывало. Так, опа, заставочка. Я же четко и ясно запретил вам высадку. Говорю же, мы вас не поняли. Из-за сильных помех. Эй! Вы кто такая? Рипли, Сторонса. Опусти пушку. Какого черта тут происходит, сэр? Где служба безопасности? Вся перед вами. Я видела существо. Что это? Не знаю. Его притащил Марлоу. Капитан Анесидоры. То есть корабль, который доставил вам самописи? Скажите, на вашей станции вообще есть где укрыться? Здесь разгуливает инопланетное существо. Андроиды нападают на людей. Треклятые андроиды. Рипли. Тейлор, нужна помощь. В госпиталь нельзя. Вопрос, куда можно? В штабе есть простейший аппарат жизнеобеспечения. Идем. Не озвучили почему-то. Чтобы попасть в штаб, так, нужно включить транзитную линию. Пульт управления наверху. Сэмуэльс говорит, вы инженер. Раз так, идите поработайте. Раз уж не дали мне убить тварь. В смысле, ладно, не дал? Рейтс, я включу транзит, а вы защищайте моих людей, пока меня нет. Рикардо, да, а ты все время держи с ней связь. Если не дал, иди убивай. Ради бога. Да все, гуд. Прекрасно. Постарайтесь скорее, Тейлор. Без паники, мы отсюда выберемся. Да все с ней нормально, чего? Просто спит. Уже пожалела, что ввязалась? Мне тут явно не очень рады. Немного даже жалею, но мы с вами увидели ксеноморфа, но... Не обращай внимания, он не первые сутки без сна. Ясно. С вами увидели ксеноморфа, который нам угрожает нашей жизни. Так, ну давайте на этом прервемся. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. На этом все. Всем пока.